увеличивает масштабы своей культурной деятельности, приглашая на островную землю именитых артистов и деятелей искусств, подобно великим и уникальным природным достопримечательностям нашего региона. Учреждение по праву может гордиться проделанной работой, ведь сахалинскому зрителю с особым наслаждением и теплотой запомнились выступления величайших гостей Владимира Спивакова и Валерия Халилова, Николая Петрова и Константина Арбеляна, Игоря Гутмана и Джена Паркера, Даниила Крамера и Дмитрия Когана, Ивана Рудина и Бориса Андреянова, Евгения Финкенштейна и Юрия Башмета, Валерия Гергиева и... Вот неполный список тех, кто был с нами за 70 лет работы филармонии. И сейчас видео поздравления прозвучит от именитого гостя, заслуженного артиста России, руководителя творческой студии «Фонограф» Сергея Жилина. Дорогие друзья, с вами Сергей Жилин. Я рад от лица оркестра «Фонограф Симфонии Джаз» от себя лично поздравить Сахалинскую филармонию с юбилеем 70-летия. Для такой значимой концертной площадки, как ваша, это очень юный возраст. Вы по праву являетесь одним из признанных ведущих учреждений российской культурной жизни, в чем мы со своим коллективом неоднократно убеждались. Ваши концертные площадки удивительны, внимательны и отзывчивы публикой, и этим действительно можно гордиться. Желаю коллективу филармонии крепкого здоровья, оптимизма, новых сил, успехов, а самой Сахалинской филармонии процветания, успешных проектов и благодарного зрителя. До новых встреч. Увидимся.